Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Хочу немножечко показать своих цветочков. Красивых, ярких, нежных, разных. Полюбоваться вместе с вами. Такая красивая белинзона, бабочка. Теперь она моя. Что меня очень радует. Интересная, смешная. Один цветочек. Это из домашней коллекции Светочки. Прекрасное ухоженное растение. Светочка, спасибо. Вот это яркая, нежная, интересная орхидея. Очень-очень насыщенная, яркая. Интересные бутоны. Название ее я не знаю. Сорт, по идее, должен был быть выбит на горшке. Может, кто знает ее имя. Далее распускается мой пилорик. Малюпасенький. Очень похож на Сога Готрикс. Но это не Сога Готрикс. Салатовые кантики. Он трилип. Интересный. Только-только начал распускаться, красавец. Вот этот вот малыш, бабочка с одним цветочком. Тоже уже отцвел, цветоносы посрезала. Вот один цветочек все никак-никак доцветает. Вот это лимонная бабочка дубль, которая в коллекции. С пятнышками на лепесточках, видите, да? Так и остаются эти пятнышки. Цветать она пока не хочет. Прошелся мучнистый червец по ней капитально. Но она борется. Вот это вот бабулет каравелла. Замечательная орхидея. Золотистые лепестки. Как бархатные, с красными полосочками, очень красивыми. У кого-то из девочек, я помню, бабулетка процвела домашним цветением обычной равелла. Надеюсь, что моя меня так не разочарует. Очень потешные бабулетки, интересные орхидеи. Мне они нравятся, они смешные. Далее моя легата. Все никак не отцветет после мучнистого. Потеряла пару цветочков. И здесь у меня попытка опылить свою легата. Лаванду на синюю. Но пока чуть-чуть слегка завязывается опыление на том дальнем цветочке. Пока не знаю, получится опыление или нет. На синюю ванду, которая была у меня на прошлом видео, совершенно случайно получилось так, что после купания один человечек ее уронил. Она упала, отломался цветонос, 7 цветов. Осталось 4 цветка на цветоносе. Было очень жалко, 11 цветов, такой пышный букет еще был. Вот. И далее, ну что же делать с цветами? Пришлось действовать очень быстро. Попыталась сделать опыление. Посмотрим, будет, не будет, завяжется, не завяжется. И попыталась ее еще опылить вот на эту красавицу. 11 сантиметров цветок. Тоже 2 цветка попыталась опылить. Посмотрим, что же будет. Вот это очень экзотическая, красивая орхидея. Очень крупная и очень-очень яркая. Они сейчас начали появляться в продаже. Я думаю, что, как вы знаете, как изюминка в коллекции. Очень-очень красивая. Белая цветашка. С такой интересной
малиново-фиолетовой губой. Такая интересная губа достаточно. Тоже один цветок скинула, и два еще цветут. Вот у этой красавицы все в порядке. Обычная розовая орхидея с крупными цветами. 10 сантиметров. Нижние цветы гораздо крупнее, чем те, которые расцвели позже. Но она яркая, нежная. Приятный цвет очень. Далее приехала вот эта вот красота. Это пилорик. Космополитен на горшке выбито. Потеряла некоторые запчасти лепестков в посылке. Но ей придется перебирать шею, так как есть у нее проблемы. У нее один лист по какой-то причине отсутствует. Естественно, нужно разбираться, что там у нее с корневой. Но она сама по себе очень элегантная, интересная, яркая. Ну, таких пилориков к нам обычно очень редко привозят, очень. Про бабочек я вообще молчу. Смотрите, какая интересная красавица. Если бы она следующим домашним цветением процвела бабочка, я думаю, она безумно красивая была бы. Бывает, мутация не закреплена у орхидей. И они процветают разным цветением. Могут процвести обычным фаленопсисом, пилориком, бабочкой. Сейчас у девочек, которые заказывали подростков 1,7, очень красивых бабочек, к сожалению, процвели пилориками. Я видела ВКонтакте у девочки. Она расстроилась, конечно, ждет второе домашнее цветение. И вырастила его с 1,7. Да, холила, лелеяла, ждала бабочку. А получилось в итоге пилорик. Вот такие дела. Ну, надеемся, конечно, что она ее порадует в следующем цветении. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх. Всех люблю, целую. И огромное большое вам спасибо за 6000 подписчиков. Боже, как я рада. Всем спасибо огромное. Жду ваших комментариев. Пишите. Всем пока-пока.